Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда верующий раб покидает этот мир и уходит в мир иной, к нему с небес спускаются ангелы, лица которых белые настолько, что похожи на солнце. В руках у них райский саван и райские благовония. Они садятся от него на расстоянии взора. Затем приходит ангел смерти, садится у его головы и говорит: «О благая душа, выходи к прощению от Аллаха и довольству». Душа выходит к нему в руки, вытекая подобно капле из бурдюка. Но ангелы не оставляют ее ему даже на мгновение ока. Они забирают ее и облачают в саван и умощают благовониями. Она начинает источать аромат самого приятного из когда-либо существовавших на земле мисков. Они уносятся ввысь вместе с ней, и каждый раз, проходя мимо групп других ангелов, их спрашивают: «Кто эта благая душа?» Им отвечают: «Такой-то сын такого-то», называя его самыми прекрасными из тех имен, которыми его назвали в мирской.